Всем привет! Меня зовут Марат. Я занимаюсь художественной росписью более 5 лет. Мой мурал называется «Сказочная Ундория». Вдохновился я экологическим памятником нашего региона, геопарком Ундория. Именно здесь миллионы лет назад плескалось море и жили морские обитатели, ихтиозавры, аммониты, которые я изобразил на своем мурале. В ходе кристаллизации моллюски аммониты стали камнем симберцит. Этот камень уникален тем, что он добывается только в нашем регионе. Героиня моего мурала узнала об этом камне из книг. Подпитавшись энергетикой этого древнего мира, она начала создавать уникальные изделия из симберцита. Считается, что прикосновение к этому камню приносит удачу. Пусть и эта работа принесет удачу любимому городу и региону.